в этом зале. Давайте начнем хлопать на вторую четвертую долю. Я хочу представить сегодня музыкантов, которые сегодня с нами на этой сцене. Это Василий Павел барабаны, Алексей Заволокин бас-гитара, Дмитрий Колесов гитара, наш специальный гость на саксофоне Никита Канов, за клавишами Николай Кольцов, и меня зовут Артем Самсонов. После каждого соло вы можете аплодировать, поддерживать нас, и мы желаем вам провести этот вечер с позитивом. Сейчас звучит композиция, которая называется «Блюз», ее написал Николай.
сегодня здесь сегодня собрались. И есть такая русская поговорка: между первой и второй нужно выпить еще 8. Поэтому следующая композиция, которая для вас прозвучит, русская народная: «Медведи», «Водка», «Балалайка». Thank you.
Тебе микро. Спасибо большое. Следующая композиция называется «At the Moment». Ее написал я. Она не такая веселая, как эта, конечно. Но она очень душевная. Thank you.
Следующая композиция принадлежит перу нашего замечательного гостя, саксофониста Никиты Кана. Композиция очень необычная, сложная. Я даже возьму себе ноту. Thank you.
прозвучала композиция «Электронные сны», автор Никита Канов. Следующая композиция написана мной, она называется «Sunshine». Светло и незамысловато. Сказал как-то это груз. Thank you.
прозвучала композиция Архипа Самсонова «Sunshine». Следующая композиция написана мной. Называется она «Зимняя песня». Надеюсь, она согреет вас. Thank you.
Кирилл на бас-гитаре, Алексей Заволокин. На саксофоне для вас сыграл восхитительная школа Никита Кана. Сердце нашей группы Василий Паев. И божественная поддержка в исполнении Дмитрия Колесова гитара. И в заключение нашего первого отделения прозвучит не столько лирическая, несколько веселая, нежная, романтичная композиция под названием «Out of Control». Написал ее я. Меня зовут Николай Кольцов. Спасибо за ваши буквы и аплодисменты.
Дмитрий Горисов, гитара, Василий Паев, ударный, Алексей Звалокин, бас-гитара, Архип Самсонов, автор композиции, множество композиций нашей программы, аранжировщик, тромбонист, и сегодня вы узнаете, кто он еще, кем он стал. Никита Кана, наш тыграем гость, меня зовут Николай Кольцов, встретимся через 10 минут. Мы начнем второе отделение нашего концерта. Композиция, написанная Николаем Кольцовым, она называется «Bad Trip». Я так думаю, что здесь все знают английский, знают, что значит это число.
Написана Анархипом и называется Midnight Love. Полночная любовь. Thank you.
Также написано мной, и я хочу пригласить нашего великолепного саксофониста Никиту Кана. Прошу. И исполнить композицию с названием «Весна», светлым праздничным настроением, осенним вечером. Thank you.
И в завершении нашего концерта прозвучит композиция, которая негласно в нашем коллективе носит короткое эпичное название «Эпик». Она вообще неожиданная, поэтому нам понадобится буквально полторы минуты на подготовку. Именно так. Сейчас я могу наконец-то отдохнуть. Именно так. Давай, бибос. Точно, точно. Ну давайте, ребята. Давайте им поможем. Артем Самсонов, клавиши. Итак, я представляю сегодняшних участников концерта. На бас-гитаре для вас сегодня весь вечер играл Алексей Заволокин. Восхитительное соло, потрясающий подклад. Гитара, Дмитрий Колесов. Саксофон. Наш специальный гость, композитор, саксофонист Никита Кана. Сердце нашей группы, лид нашей группы, самая модная кепка Москвы. Василий Паев, ударные. Человек, который будет за меня работать на всех ближайших корпоративах в декабре. Тромбонист, композитор, клавишник. Мой замечательный товарищ и автор нашего проекта, нашего совета проекта, Артем Самсонов. Слушайте, а клево гулять, да? Мне нравится, давай вместе. На второй тоже. Раз. Слушайте, я даже присоединюсь. Раз, два. В зале будете потанцевать на танцпол, а? Девчонки!
цапнуть Архип. И просто получить удовольствие. Давайте хлопать вместе. Раз, два, раз, два, три, четыре. Архип Самсонов, клавишная, тромбон, композиция. Николай Кольцов, тромбон, сегодня с вами были такие замечательные музыканты, как Василий Павел, барабан, Алексей Заволокин, бас-гитара, Дмитрий Колеса, Никита Канова, Николай Кольцов и Архип Самсонов.
Большое спасибо вам. Ждем вас еще. Спасибо. Приходите на наши концерты, находите нас в социальных сетях, добавляйтесь в друзья. Будем общаться, играть много хорошей музыки. Большое спасибо. До свидания.